Ну что ж, друзья. Керчнет и IBG. Вот это, конечно, очень интересное будет сейчас. Заруба, и мы видим, что по ходу в первом раунде у Керчнет возникают проблемы. Очень четко их отстреляли сейчас IBG. Ну и у нас остается один шар, даже не успел ему показать. С дилеем 90 секунд мы комментируем эту встречу. То есть команда сейчас сидит на сцене, но они играют как бы, наверное, на 90 секунд раньше. Ну, точнее, мы на 90 секунд позже просто видим игру от реальных событий. А, опять же, я могу говорить абсолютно любую информацию. Ну и вот, в принципе, ничего такого примечательного не произошло. Команда IBG выигрывает пистолетку за атаку. Ну и, в принципе, нормальная такая штука происходит. Сейчас посмотрим, что будет на ЭКО. То есть, как минимум, 3 раунда будет у IBG. Добавить это интереса к матчу. Ну, посмотрим, что у них будет дальше по игре. Вообще, карту Трейн они тоже могут играть неплохо. Но, зная, что их соперник такая титулованная по рамкам Украины команда, как Керчнет, то можно сказать, что именно Керчнет, понятное дело, главные фавориты в этом матче. И они сейчас с оружия, конечно, будут начинать очень плотно раздавать. Ну, посмотрим. Может быть, IBG не такие простые, как нам кажется. Чемодан. Это крутой из Z1. Это Лан Джессус остаются вдвоем против троих. Я думаю, тут спокойно сейчас должны закончить раунд. Ребята из IBG, правда? Ну, может произойти любая веселая ситуация. Сейчас посмотрим. Нет, ну тут уже успел пробежать Z1 на верхнюю. Он, по-моему, уже за лысым кого-то увидел. Либо... Нет, я не понимаю. Нет, никого он не видит. Он просто бежит. Бежит по третью линию, подползает под лысый уже, вот он под лысым вагончиком, и вот тут находит чемодан. Крутой один, минус от Рансика, и это 2-0 для команды IBG. Ну, пока все нормально. Ничего космического мы не видим. Еще один эко от Керчнет, Гигл Бондика. Вот за ним посмотрим. Да, ну пока у нас есть пауза в матче, могу сказать всем зрителям, которые недавно подключились, кто смотрит нас в прямой трансляции. Друзья, вы смотрите прямую трансляцию украинского, украинской квалификации Asus Осень 2011. И у нас уже финал лузеров, Керчнет IBG, в суперфинале уже находится команда ДТС. Ну и матч с участием ДТС и победителя нашей пары мы будем смотреть уже в следующем матче. Проигравший этого матча занимает третье место, победитель... Соответственно, выходит в суперфинал. На зелени уже есть движение у атаки. Сюда вылетает сейчас игрок Керчнет. Крутой. Минус от Рик Джонса, минус от Бондика. И, кстати, тут сейчас у Блейд еще есть на зелени. На него выходит Глок. Нет, это был юз Денджера. Минус. Что происходит? Смотрите, Керчнет берут эхо-раунд. Вот это да! 2-1. IBG провалились. Серьезненько. Серьезненько отыграли Керчнет, но вот теперь уже у IBG возникают проблемы в самом начале. Вот чего мы не ожидали, так то, что сейчас Керчнет возьмут слив. Но мы видим диглы, денег нет у IBG, ну вот и проблема. Да, не добрали свой третий раунд IBG. Печалька. И все, тут, конечно, есть главное оружие команды Керчнет. Ну, вообще, конечно, самое главное оружие — это хороший тимплей, подготовка, тренировки и взаимопонимание, но все-таки АВП стоит отмечать крутого Z1, то что они сейчас, в принципе, своими двумя винтовками могут перекрывать всю карту абсолютно. Именно на их мастерство и рассчитана вся игра команды Керчнет на этой карте. Потому что игроки молодые, с хорошей реакцией, хорошо попадающие, уже набрались немало опыта за последний год-полтора. Ну и, конечно, на трене они просто бесценны. Рик Джонс и Дани остаются вдвоем. Там Бондик по одному просто отстреливает всю команду. Давайте за Рик Джонсом посмотрим. Он с бомбой. Ну, в принципе, он сейчас может пообщаться с тиммейтами. Сходить на бар, заказать себе кофе. Ну, в общем, прошивает его Бондик, делает минус. И 2-2 счет в нашем матче. Давайте посмотрим на бай, который предложит IBG Керчнет в этом раунде. Ну что, один центр, двое мидл и один зелень. Так выходят игроки IBG, уже забрали Денджера. Ну тут можно включать сразу же АВП и смотрим за крутым.
Смотрим за Z1, он пришел в баню. Минус от крутого, и эти АВП просто будут сейчас доминировать, конечно, всю защиту. Тяжело играть с Киричнет на трейне. Очень тяжело любой команде, поэтому, конечно, тут непростая ситуация, IBG. Тяжелый матч. Ну, как бы, наверное, миссию все-таки выполнили парни. Они уже топ-3, они лучшие после Киричнет и ДТС. Это тоже отличный показатель. Ну, как бы, может быть, парни сейчас проявят просто чудеса выдержки и смогут выиграть трейну Киричнет. Но вряд ли. Шансы, конечно, все на команду Киричнет и ставки тоже на победу именно этого коллектива. 3-2. Очень простой был раунд на девайсах для Киричнет. Заканчиваются деньги у атаки. Это будет эко-аркада Б, скорее всего. Один мидл идет на развод, походу, Рик Джонс. Остальные летят. Нет, на пожарку спускаются. Рик Джонс прочекал, что нет поджима, плотной вверх-вниз. Дает инфу, и все, выпадает пожарка. Правда, ну что они здесь с глоками сделают? Хотя нет, там были 3 дигла, но всех поубивал. Чемодан, да, и Z1, и Блейд. Просто подразорвали. 4-2 за Киричнет. После пистолетки первого эко IBG пока что ничего больше не выиграли. Ну, по сути, у них и не было больше возможностей. Да, не стоило отдавать эко-раунд. Ну, что поделать? Да, они вылетают под шестой, чекает зелень. Там сейчас выйдет Блейд, задымились шестую линию. Да, они под шестым, чемодан на пятом, по-моему. Да, он не увидит здесь Дани. Рик Джонс минус Бондик. Неплохо наказал. Десятки Z1. Попадает крутой, попадает еще раз. Дигла крутой. Блейд минус. Рик Джонс заходит в десяточку. И у нас Рик Джонс остается один. Ну и тут, наверное, уже с ним все понятно. Бомбы нет. Сейчас в лоб выпадает у него шара. 5-2 за командой Киричнет. Здесь как-то Трансик, по-моему, решил ворваться просто в зелень. На ноге добежал до ящика, а дальше халдит и ловит Блейда. Минус Блейд, Бондик рядышком. Пока не мог ответить. Ну что, первый минус сделан. Просматривает дым Бондик. На отца тут двое. Опа! Ушел. Ушел Бондик. Дэнджер уже из медла накаляет. Отошел назад, смотрит 10, поймал его, Z1. Ну и также есть еще Шара в девятке, он здесь один пока что, и за счет этого три игрока на Блейде спокойно себя чувствуют. Вот прогоняют Шару, Рик Джонс спускается вниз, да, идет сам Рик Джонс, и его просто убивает вышедший из десятки крутой. Ну, пока еще можно взять раунд IBG. Знаете, тут 3 в 3. У Z1 12, но он с АВП, поэтому он близко не будет подходить. Z1 все равно будет стоять где-то на прием. Вот он делает минус и сразу же делает минус. Еще и его тиммейт крутой, еще минус от крутого. Ну и G6-2. Да, эти АВП, ну я уже про них говорил. Они будут тут создавать проблемы. Бондик 10-5, фраг лидер Киричнет. Давайте лучше вот так посмотрим. Нет, здесь не точно. Ну, все с фрагами, 1-7, пока что Дейнджер не может включиться. Но я думаю, он еще покажет себя во второй половине. Дейнджеру нужно АВП больше. Оу, подпрыгивает крутой, приземляется, делает минус. Еще один на зелени, Блейд помогает, также минус. Каешка в зелень, там Рик Джонс, он подальше. Бондик выживет, выжил Бондик, мансуется. Дал свои минуса, последний Рик Джонс, 7-2 за Киричнет. Ну, пока все нормально для этой команды. Ну, здесь снова Трансик. Просто человек-фраг. Фёст-фраг. Вылетает на морозе под шестом
по шестой линии, делает два минуса. Очень важный минус от Денджера. Блейд один. Не, ну Транси, конечно, великолепен. Продавил, сразу дал два фрага и буквально расчистил шанс, точку точнее, расчистил точку для IBG. Ну, Блейд один против троих, дал минус. Видит обоих, кстати, видит обоих. Ну, больше внимания на АВП. Вот здесь действительно АВП создает больше проблем. Минус от Денджера. Вот и он делает свои фраги. 7-3. Ну вот уже Денджер и вышел из ямы своих фрагов. Подраздал. И благодаря ему взяли раунд. Ну, не только ему, конечно, Трансик продолжает меня удивлять. Хорошо идет в этом матче. На зелени. Нет, кинули гранату, отошли. Шара поджимает с Б. Минус дает и погибает дальше. Z1. Как легко здесь поймали сейчас игроков IBG. Не ожидали увидеть игрока в девятке с ВП. И уже преимущество есть у Керченет в этом раунде. Втроем остается атака. На зелень идут двое. Там Андрюха Блейд, капитан команды Керченет. И есть первый минус. И, наверное, второй. Нет, мотопед ответил. 49 остается у этого парня. Сейчас Бондик может дать фраг. С центра только что вышел Денджер. Слышал это Бондик. И вдогоночку Денджеру. 34-0. Есть минус. Все, последний мотопед. Он на зелени. И минус от Бондика. Хорошо здесь Бондик разыгрался. 13 на 6 у него статистика. 8-3 за Керченет. Ну, знаете, как для Трейна 3 раунда этого может быть достаточно. Правда, конечно, соперник очень сильный. Это Керченет. Которые могут за атаку точно так же сыграть себе биржи. Эх, в последнего ним замочил. Крутой. Был бы неплохой мувик. Ну, такой себе эко. Эко-тир. Мы с вами посмотрели. Итак, 9-3 за Керченет. Сейчас очень, может быть, веселый раунд. Есть оружие. Двое мидл, наверное. Двое вверх-вниз. И Трансик снова летит в зелень. Давайте посмотрим, до этого у него классно получалось сделать первые фраги. Вот ему прокидали сейчас с центра зелень. Нет, 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 Блейда второй раз не обмануть. Минус от Блейда, и теперь уже Slow B. Ну, там Z1 находится, там, кстати, Шара также есть. И никто вплотную не держит. Это, кстати, бонус сейчас в этом раунде для Керченет. Сверху забирает Z1, Бондик уже на пожарке. Над ним есть игроки, минус от Бондика. А, не прошел. Такой Рик Джонс опасный. Хотел Бондика убить, но Бондик сам непростой. Пошел сам в упор, дал минус. Б уже вышли, там у Шары война с Z1. Денджер снял с крутого, но на этом все закончилось. Денджер уже на второе место по фрагам поднялся среди команды IBG. 10-3 за Керченет, и два раунда остается. Керченет спокойно проводит всю встречу. Опять же, они проиграли только пистолетный раунд, одно эко. Сыграли Керченет. И один оружейный раунд. Вот где-то в середине первой стороны они проиграли. После этого, в принципе, все. Ничего не могут взять IBG. Сейчас у парней нету денег. Слив на Бондик, бедный Бондик. Сейчас двое справа, трое слева. Но он справляется только с мидлом. Зелень его забирает. Там рядышком чемодан, дал минус. Все, все, все. Здесь Шара, здесь крутой. Разобрались, 11-3. Последний раунд первой половины. Последние девайсы за атаку для IBG. А где Гарри? Мотопед пошел в аркаду, получил. Бондик сегодня что-то съел, по-моему. Минус 2 опять делает важные фраги. Чемодан, Блейд на Б, минус от Шары. Ну, как-то легко. Чересчур легко для Керченет. Хотя начало было вот... Помните, там 2-0 вели IBG. Ну, про это уже забыли. По-моему, команде ДТС пора выйти из Доты и начать разыгрываться, парни. Нет?
Ну, потом просто будете разыгрываться, как они доиграют. Ну, можно это сделать сейчас. А, на первой карте финала, да? Окей. Ну что, ждем рестарта на вторую половину. Пошла пистолетка. И команда Kirchnet. Что там будет под Б? Ой. Ну, пока не ясно, пока не ясно. Все-таки пойдут на Рик Джонса через низ, что ли? А, это Успы пытается отстреливать. Как хорошо, Z1 сразу забирает. Остается снизу крутой с Успом. Остальные наверх перетягиваются. Смотрим. Шара в мидле вообще. Шара в мидле. Смотрит под G мидл, смотрит зелень. Бондик вернулся. Смотри, как дернули они сейчас IBG, там двое на Б. А, да, не в планте, уже смотрят, чтобы зелья не зашли. Абсолютно никакой инфы нету у IBG, у них, конечно, ситуация не лучшая. Danger один, и тут на Danger выпадает вся команда Kirchnet, он просто улетает с позиции 5 в 3. И вот Kirchnet, по-моему, решили взять реванш за проигранный пистолетный раунд в первой половине. Но красный здесь Z1, вот обычно сюда прилетает КЕшка, если есть самозащита осталось. И поэтому, видите, Z1 сам понимает, это идет... подальше, подальше от собаки. Минус от шары, минус от крутого. Без потерь. 13-3. Ну, наверное, уже ДТСы могут действительно разыгрываться. Ну, сейчас не угадали с эком. MBG спокойно вышли Kirchnet на Б-план. Здесь один, кстати, крутой сверху над пожаркой сидит с гранатой. Смотрим, сейчас будет бросать. Опа, пошел. Бум. Нормально коцнул. Danger. Danger умирает. В РСП нужно смотреть, уже война пошла в РСП. Здесь Бондик с МП-шечкой, минус 2. Шара минус. Бондика пытаются убить, он мансуется. Трансик один и, в принципе, все. Трансика сейчас убьет. Здесь уже развлекается Бондик. И вместе с шарой добивают трансик. 14-3. Два раунда до победы Kirchnet. Абсолютно пока что легкая игра для этой команды. И мы видим, что IBG идут ва-банк. IBG идут ва-банк. Мы видим Фамас у Дэнджера, Фамас у трансика, Гигл у мотопеда. И пока не ясно, что у Рик Джонса и Дани по девайсам. Есть флешка у Дани, мы только что видели. Дигл, ой, три дигла, два Фамаса. Но это вообще беспредел. Трое вверх-вниз и двое зелень. Вот такая будет сейчас аркада у команды Kirchnet. Смотрим за крутым. Уже минус от Z1. Прошивает план, там никого. Минус от Дейнджера. Забрал он Z1. Дейнджер за трансформатором. Бондик минус, шара минус, блейд минус. Все. Это все. Ну, практически. Мотопед здесь остается один, у него 4 соперника, дигл на руках, тут рядышком валяются девайсы, но эти девайсы ему не помогут, бомба стоит, минус от крутого, жестко, он был рядышком на четвертом вагоне. И 12 матч-поинтов для команды Kirchnet. Ну и понятное дело, что там очень плохо все по деньгам для IBG, сейчас уже у Рик Джонса есть Фамас. Ну и там куча диглов. Мотопед, Дани, дигл. Есть флешки, дигл, денджер. Денджера только что попали с ВП. Но Рик Джонс, Z минус. Трансформатор забирает Блейда. Z1 вверх-вниз. Есть фраг. Минус денджер. Тут рядышком никого. Мотопед спину жмет. Там Бондик может перехватить его. Перехватывает Бондик. На зелени шара воюет с двумя. По пульке не натюкалось. Что-то не залетело. С дигла получилось. Трансик, зелень. Да, ой, все. Минус трансик. И там же Дани последний. Ну что, победа команды Kirchnet очень простая, 16-3, и мы действительно убеждаемся, что фавориты сыграли. Первое, второе.